Добрый день, друзья. Ну что, наконец-то вырвались на речку. 2 недели не были на рыбалке. Ну и, как назло, вырвались на речку. И по прогнозу опять дождь, опять ветер. Везет нам, короче. Поймали по подлещику, я еще поймал карася. Пока все. Посмотрим, что нам принесет вечер и утро. И ночь еще впереди. Есть, карась. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Хороший карасик. Ну и что, опять? Непонятно, видишь? И сало, и гранула, все вместе. Подлещик клюет на убийцу карася. Убийцу карася я сделал вот так. Две пружинки. А внизу кормушка. Кормушку горох с прикормкой. У себя кормится. А на крючок сначала грану медовую. Почему-то сегодня медовую хочет. Надо попробовать и другие. А дальше сало. Гранула. Сало. Червяка сильно сжирает рак. Червяка, опарыша. А вот сало он не сильно хочет. А нам это на руку. Потому что подлещик сало хочет. Вот она. Вот такая вот убийца карася. Съел. То же сало, что и было. Доброе утро. Ну что, началось утро. Начались опять проблемы с двухглазым своим. Опять он получился разряженный. Наверное, влажность влияет, что ли. Ночь прошла великолепно. Хорошо клевал подлещик. За ночь
Ну, не знаю, наверное, штук 20 точно поймал. С утра товарищ взял два коровчука, где-то кило 200, кило 300. У меня было поклевкой короб на 4 килограмма, 3990. Ну, все это заснять, конечно, не удалось. Будем показывать вживьем, что поймали. Ладно, все. Не получилось снять, как я его вытаскивал. Зато снимем, как отпускаем. Давай, дорогой. Давай. Ух ты. Трава мешает ему. Идиот. Леску вот эту цепанул, она вот зацепила вот эту леску, она. Ну я смотрю, она притапливается. Вышел? Ну, значит, а вот она. Ух ты, твою мать! Ну, это хороший карпик. Так это ниже есть. Не меньше. Самый вчерашний вечерний, да, тут меньше было, а эти два. Ну тот вечерницам, да, мы все еще думали отпустить, не отпустить его. Ну что, показываю результаты. Вот это вот подлещики. А вот это вот три карпика. Вот этот мы замерили, завесили. Он 4 килограмма. Ну, такой улов. Конечно, не получилось показать сам процесс вываживания. Но, извиняйте, так уж получилось. Все, будьте здоровы, не постанете, что и...